eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Каспер, с вами по-прежнему Star Ladder TV. И мы по-прежнему смотрим Star серию. Это очередной день, день под номером 14 вроде как. И очередной матч команды Flipside. У них теперь все еще хуже, чем было до данного момента. Да, у них там дела обстоят еще хуже. 1-6, у них уже статистика. Только что они играли против команды Sigma. Ну и я думаю, вы поняли, как они сыграли, учитывая то, как я сейчас драматизирую все происходящее. Да, вот Sigma и Flipside. Они вот на одном уровне, правда, у одних 4-1, у других 1-6. Ну и очередной противник Mouse Sports. Да, у Маузов там тоже дела идут неплохо, что-то вроде 3-1, или я не успел посмотреть, 4-2, да, что-то такое, вот нам как раз сейчас показывают, и да, 4-2 у Маузов, они как раз вот за Сигмой и пристроились, у них на одну игру больше, ну и на одно поражение, соответственно, больше. Пики и баны, Веник, Nature's Profit, Elder Titan, и кто же еще будет? Вариантов, опять же, миллиард. Я не буду, наверное, пока загадывать по поводу героев, которых мы сейчас с вами видим. Возможно, мы увидим какого-нибудь Бэтрайдера. Возможно, мы увидим Виспа, например, Маузов. Какого-нибудь бешеного вообще Виспа. Давай, Висп. Давай. Нет, не хочет. Не хочет Висп этого делать. Ну да ладно. Точнее, Ace. Это Crystal Maiden. First пиком. Чем же ответит команда Flipside? Будут ли они повторять, например, пик предыдущей игры? Или же все-таки изменят тактику, изменят какие-то наработки? В прошлой игре там действительно немного не заехало. Ну, били их на всех фронтах, поэтому, наверное, не заехало. Если уж быть честным. Итак. Crystal Maiden. Ну, к Цемке там действительно все, что угодно можно добирать. И шейкеров, и потом, и что вообще душе угодно. Очень хороший герой в нынешней доте, при нынешнем экшене и повышенной динамике. Ну вот задумался Булк. Давай. Так, у нас там опять этот... Да. Что за фигня с этим микрофоном постоянно происходит? Microsoft. It's impossible to cast Dota 2. Fix it, please. Я думаю, Гейб должен сейчас быстренько этот подсуетиться, да. Типа, чувак, ты понимаешь, что если ты сейчас не починишь, то мы дадим Star Ladder'у Steam Box, и все, и накрылось. Да. Блин, я хочу уже Steam Box. Завтра должны отсылать, кстати. Завтра будут... Или когда? Какое сегодня число? А, нет, блин. Это то ли сегодня, то ли вчера это уже было. Должны были определиться первые 300 обладателей Steam Box'а. Интересно узнать списки людей. Вычислить их и отобрать. Если где-то поблизости есть. Да, приехать просто, отряд спецназа отослать и действительно, и отобрать. Не, я бы с радостью потестил бы все эти вещи. На гейп-паде бы покатал.
какой-нибудь портал. Конечно, записывался в бета-тестеры. Ты что, думаешь, я просто так сижу тут и изливаю душу о том, что я хочу? Я еще полуофиса Valve задрочил, дайте мне Steambox, как только узнал о том, что он выйдет. Может, возможно, именно поэтому мне его не отослали. Ну, хотя я уверен, что там просто система рандома, и там есть небольшой приоритет тем людям, которые имеют непосредственное участие в тестировании самого Steam'а, да, те, которые активно принимают участие, которые сидят на форумах девелоперских и так далее, то там, да, там в основном они с приоритетом раздавали определенную часть этих машин этим людям. Они сами так писали, Valve. Но все остальные — это сугубо рандом. Абсолютный рандом, и характеристики машин там абсолютно разные есть. Есть там, грубо говоря, бюджетные версии, есть действительно топовые машины, которые просто там все что угодно работает, и FPS там просто невероятный. Ну, я думаю, вы поняли, что я хочу сказать. Ладно, хватит нам уже офф-топика, или не хватит, я еще не знаю. Мне надо чатик сейчас нарешать, и тогда я смогу хоть как-то с чатиком общаться. Reserve time. Спрашивает Каспер, как твоя челюха? Друзья, а я по-прежнему болит, но я могу теперь хоть как-то разговаривать. Вчера я вообще еле-еле свою пачку открывал. Было не очень удобно, скажем, в первую очередь кушать. Потому что сеанс принятия пищи занимал некоторое время, причем болезненное время. Ладно, не будем уже о наболевшем. Так, о, давайте пообсуждаем новый матчмейкинг, например. Я еще не успел, правда, откатать в соло определенных, ну, там, 10 игр. Я там что-то 6 вроде сыграл или 5, я даже не помню. Я больше в пати с друзьями катал, со знакомыми. И там, да, там, не знаю, я пока еще не могу сказать по поводу того, раки или не раки попадаются. Бывают раки, бывают не раки. Правда, это было только определение ранга, да, то есть сейчас я уже буду катать в пати матчмейкинге, там уже должно давать чуть лучше, ну, чуть точнее, да, мне оппонентов, похожих по скиллу. Ну, не знаю, соло матчмейкинг еще не катал, тоже очень любопытно взять на себя роль тащера. Там все, на самом деле, думают взять на себя роль тащера, в результате получается какой-то трэш, и ужас, и кошмар, и беспредел, и все, короче, ужасно. Ладно, погнали. Что у нас по игре? Давайте посмотрим пока на пикабаны, посмотрим, что у нас происходит. Crystal Maiden, Bristol Back у Маузов. Bristol Back мы видели в прошлой игре, только он был, кажется, у команды Flipside. Да-да-да. Именно так, Afterlife, кажется, на нем играл. В этот раз мы видим, Bristleback достается Mouse Sports, Clockwork, Lifestealer, Visage. У Flipside герои на самом деле очень классные, мне очень нравятся все три персонажа. Ну и Мауза. Мауза-маузочки. Так. Да, вот там пока у нас задержка на стриме в 2 минуты. Мне пишут, что изменили Valve условия раздачи стимбоксов. Раздают пока только в пределах США. Ну, блин, досадно. Я думаю, много людей бы хотело поюзать эти самые машины. Я бы действительно не поленился посидеть на форумах, на девелоперских, подписывать по поводу качества и так далее. Мне было бы действительно интересно принять участие в обкатке новой системы. Да, говорят, там какие-то неувязки. Я не знаю, с чем у них там неувязки, но вроде отослать компьютер за границу. Ну, не знаю, не должно быть, по идее, проблем. Ладно, Сларк у нас у Маузов. Вот, что я упустил. Это герой интересный. Я бы даже сказал, очень интересный. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Кстати, да, вообще времени остается очень мало у Булка. Storm Spirit.
Да, это та самая Infest бомба сейчас будет, причем Infest бомб может быть много, как с Клокверком, так и со Шторм Спиритом. Ну, как много, да, вроде с одной стороны две, но мы зачастую и одну можем не наблюдать, учитывая там наличие миллиарда банов. Сейчас в нужный момент, скажем так, взяли Лайфстиллера. Так, и берут Драгоннайта. Моуза, пока что у них наблюдается, опять же, тенденция жирных героев. Бристол, ДК, Сларк вроде жирным нельзя назвать, но он живучий в свою очередь, поэтому тут немного другая тема. Пятый бан, Абадон. И кого же забанит Моуза? Есть мид, есть керри, есть хардлайн, нужно забанить второго с суппортом. Какой еще суппорт очень надоедает? Я даже не знаю. Бейн, ну может Бейн, а может не Бейн. 10 seconds remaining. Mm-hmm. 5 seconds remaining. Так, спрашивают у меня по поводу ранга в Хардстоун. Друзья, я, возможно, даже сегодня постримлю после работы немного ночью, там, часик-другой. Хардстоун, у меня там есть пара ключей, возможно, я их разыграю. Мне прислали люди добрые эти ключи, и я вам, думаю, их быстренько оформлю каким-нибудь там рандомчиком. Но это будет... Я не гарантирую этого, я просто говорю, что возможно, если у меня будет настроение, если я там нормально, хорошо дойду до дома и все такое, не слишком буду уставший, и у меня не будет желания дикого подзадрачивать еще ранкинг матчмейкинг в доту, то, возможно, я постримлю Хардстоун. Да, я не помню, какой у меня там, то ли 16, то ли 15 ранг, я вот как последний раз на стриме катал, я там вроде бы чуть выше на ступеньку поднялся, и все. Там дальше что-то вообще беда какая-то начинается. У меня был день, как я их обычно называю эти дни, день идиотских карт, когда полная непруха и вроде бы, да, хороший колод. Ну, та же самая колода, как обычно, но просто проигрываешь в салат постоянно из-за того, что какая-то чушь выпадает. Ну да ладно, об этом уже чуть позже. У нас тут заканчиваются потихоньку пики и баны. 10 секунд примерно в сумме остается у Эйса для того, чтобы выбрать последнего героя, который все-таки будет участвовать в этом сражении. Это суппорт должен быть, по идее, и это Чен. Вот так вот. Ну и Нюкс Ассасин у Флипсайд. Я про него, наверное, еще немного не сказал. Там целых 3 инфест-бомбы, получается, Нюкс, Клокверк и Шторм Спирит. Что ж, весьма любопытно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Там говорят, что на канале StarLadder, как обычно, скукота. Да нет, на самом деле, на канале StarLadder там нормально залетает. Чатик, я имею в виду, у нас там порядочное количество субскрайберов. Они обычно устраивают какую-то движуху. Просто сегодня вообще какой-то день пониженной активности. Не знаю, куда там все люди делись. Вроде, да, там вроде еще есть какие-то стримы, но даже там людей мало, вот в чем дело. Так, что у нас? У нас есть Бабун. Все на Майдане? Да, я знаю. Так, тут Бабун, но трейдбл. В общем, инвайт просит пока одну минутку. Тут все тот же Platinum Unusual, Platinum Baby Russian. Ну и поехали. Давайте посмотрим, кто на ком играет. Inlight, в миде на Шторм Спирите, Булк, Нюкс, Ассасин, S7, Лайфстиллер, Шай, Слай, Визидж и Afterlife, Клаквурк. Команда Маус Спортс. Крит, Кристал Мейден, Экзист, Драгон Найт, Эйс, Бристл Бэк, Риз, Чен и Юникорн, Ксоксо, Сларк. Сларк. Смотрите просто, как с него течет. Сларк, братью, не успокой. Ну, я не знаю, кстати, а почему с него так течет, действительно. Какое-то повышенное потоотделение или... Ну, судя по тому, как течет, это вообще пипец какое повышенное. Угу. Так, ну и что? Good luck, have fun. Погнали. Тоже Нюкс еще такой, без ничего вроде, да? Да. Как-то странный, странный у нас. Вообще слоты какие-то заняты. Что? Тут я думал 51 USD, думаю, что за фигня. Там 1-1, да, это Анукси шляпу рисовала. Знаем такую мадемуазель, Стефани Эверетт вроде бы ее зовут.
на интернешнале. Была также она там, ее и еще 9 вроде бы воркшоперов целых Valve привозили на International. Много-много-много там было людей, там каждый день у них была висла отдельная. Вообще люди достаточно интересные, у них там много очень идей, они... Перед ними нет, да, задачи, как это сделать, перед ними есть задача, что просто сделать. То есть эти ребята умеют, в принципе, все. И, вот, собственно говоря, их трудами мы, наверное, и... Наслаждаемся по сей день, все эти сундуки и прочая фигня, это все их заслуги. Ладно, погнали. Лайстиллер все-таки у нас стоит в миде. Шторм у нас стоит на нижней линии фармит. Нюкс и Визидж, два суппорта, которые помогают Шторму здесь фармить. Ну и Afterlife стоит против Юникорна пока что. Пока что нормально он стоит, да, потому что ЦМК фармит крипов в лесу. Еще... Правильно, просто 119 опыта. Почти левел. Здравствуйте. Ней, говорит Dragon Knight. Ну и Bristol Back вообще убегает куда-то домой. Я не... А, он не домой, он сейчас будет блочить крипов. Да, это я уже тупанул. Сейчас будет хоть как-то их стопить. Посмотрим, что из этого получится. Уже очень сильно просел в миде ДК. Причем... S7 может спокойно сейчас стоять дальше и продолжать это маджираться периодически. Плюс еще Open Wounds есть, можно было еще и с Open Wounds заехать. Так, там, ладно, я как обычно проспустил ФБшечку, но Юникорн хо-хо в соло забирает у нас Клайкверка. Вообще не понимаю, как это могло произойти. Видимо, прохарасил чуть выше нормы. Это уже проблема Клокверка, на самом деле, как он так умудрился погибнуть. Ну и здесь у нас Эйс. Сейчас получит уже второй уровень, безусловно. Да, много-много здесь будет для него экспы. Если, конечно, дадут. Да, ну, одного крипа сдынаил, второго не получилось. Ладно. Так, ну и вот, собственно говоря, Лайстиллер. Лайстиллер очень агрессивный. Это очень интересно. Так, продолжает здесь покусывать. Тапок также есть уже у Лайстиллера. Afterlife пока не подходит близко. Ну и Цемка фармит леса. Цемки сейчас уже третий будет. Совсем скоро. Ой. Клокер еще не забрал крипа у Цемки, хотя на самом деле мог это себе позволить. Вард здесь стоит. Этот вард нет, не достает, естественно. Слишком далеко находится. Сентрик. Что у нас здесь? Здесь у нас продолжает Визидж напрягать. Ну, неплохая, кстати, скорость атаки у Визиджа становится. Так, ну и S7 с дабл дэмэджем-то мог, наверное, еще вгрызться в тушку Dragon Knight, хотя... Не, вот ДК стан есть, и поэтому лучше не рисковать, можно еще какой-то Breeze Fire схватить. Пишут, устали после работы. Ну, почему людей так мало? Многие не знают, что в выходные есть StarLadder. StarLadder вообще есть всегда, в выходные это для других людей. У нас игры нон-стопом. Тут опять умирает Clockwork. Теперь уже только с ЦМК это дело у нас произошло. Я как раз думал, когда же убьют уже здесь Бристлбэк. А Бристлбэк пока здесь совершенно спокойно передвигается. Да, у нас действительно, у нас, вот как говорит экстримчик, стримы круглый год. Даже... Не, у нас 30 декабря это еще ладно. У нас там 31-го бывало, да, мы сидели там, то ли G-лига, то ли что у нас было, да, комментировали в прошлом году, кажется. Так, тут у нас опять заруба, Юникорн против... против Сларка, хотел сказать, против Клокверка. Ну, Юникорн отсюда уходит. Юникорн, ну да, есть у нас Орб Феном. Хороший артефакт. Для Сларка очень сильно подходит. Вообще, для многих героев Орб Феном действительно хорошо идет. Для того же Лайфстиллера, например, качественный очень айтем. Для Баунти Хантера тоже очень хороший артефакт. Ну, для Сларка, естественно, также. В общем, для всех тех героев, которые должны нарезать, которые действительно хорошие убийцы и имеют шансы убивать противника вот голыми руками. Это действительно айтем очень классный. Так, что у нас здесь? Здесь у нас Визидж продолжает пробивать Бристл Бэка. Он просто не дает ему подойти никак. И это очень правильно. 70 мана всего стоит у него этот скилл. Ну, не то чтобы мало, но немного. Так, там идут сейчас споры по поводу того, что закрыли
PvP Dota 2. Друзья, его закрыли еще 100 лет назад. Там просто добавили кнопку теперь делать ваш профиль публичным или нет. Если вы делаете профиль публичным, тогда сайт DotaBuff и прочие сайты статистики, они корректно отображают информацию касательно последних игр. По крайней мере, раньше так было, да. То есть, я не знаю, может быть, сейчас уже закрыли вообще наглухо и даже эту кнопку убрали, я не проверял. Это тогда должно значить, что Valve будут делать подробную внутриигровую статистику, как правильно подметили, опять же, наши зрители. И я надеюсь, что она действительно будет. Мне очень нравилась система, которая была в Хоне. Если вы играли в Хон, то вы там, сидя в лобби, буквально понаводив курсор на разные иконки на профайле, могли узнать лучшего героя, лучший там, ну, лучшую стату, допустим, да, и средние показатели какие-то по матчам, то есть какая роль там и так далее. Это все происходило вот просто в лобби даже, банально. Это очень было удобно. Возможно, мы нечто подобное увидим и в Доте. Вообще много классных вещей есть в разных играх. Надеюсь, их как-то получится объединить во втором Дотане. В частности, очень хочется увидеть систему онлайн-турниров, такая, как была в Bloodline Champions. То есть посредством одной самой игры, без применения каких-либо посторонних ресурсов, полностью откатываются турниры. Ну, отыгрываются, в смысле. Это очень-очень качественная тема. Надеюсь, когда-то мы ее увидим, потому что вкладка турниры-то есть. Ладно, у нас тут сейчас намечается драка. Чем выходит? Да, есть отличный подкоп от Нюкса, но и Визаж отсюда сваливает. Не думаю, что получится как-то зацепить этого Визажа. Кентавр у нас выбегает. Да, убегает у нас все-таки Шай Слай. У Нюкса уже есть импейл под номером 2, да. И проблемы сейчас будут у крита. Это все, это определенно минус крит. И также импейл не потратил Нюкс до этого. Вот, собственно, начинает запиливать Риза. Ризу еще буквально пару тычек. Нету у Шай Слай сейчас маны. Возможно, уйдет отсюда Чен. И невозможно, он просто-напросто убегает своим пешком отсюда. Ну и Эйс остается пока здесь один на линии. Правда, варда у него уже нет. Да, уже 7-я минута идет. Варды уже поотлетали. В это время в центр возвращается лайфстилер. Продолжает получать по лицу брисфайрами. У самого лайфстилера дела идут неплохо. У него 40 на 8 крипстат, 40 на 4 у ДК. Очень хорошие показатели. Лучший крипстат на карте пока у нас у Юникорна. Сбивает телепорт Юникорну. Да, там Визач убивал у нас Бристлбека. Юникорн в это время пытается ответить клокверку. И у него, скорее всего, получится это сделать. Еще буквально пару тычек остается отвесить. Да, это определенно фраг. Так, мансит. Нет, не до мансил. И телепорт слишком поздний уже от S7. Юникорн отсюда уйдет, и сейчас еще быстро начнет себе регенить ХП, конечно, Сларк в этом плане очень крутой герой. Да, и то, что инвиз теперь даже не видно при помощи True Sight, то есть не видит Тевра, не видит Досты, не видит Гемы, ничего, короче, не видит, ни Сентрики и так далее. Сларка в ульте не видно. Это очень-очень назойливая вещь. Если нет никакого АОЕ дизейбла, да, типа стана Лины или Шрака, или еще что-то там духе, то достаточно сложно. Так, у нас там промахивается Никс, да, действительно, Никс немного ошибся. Если бы Никс не ошибся, скорее всего, это был бы фраг. Потому что уже рядышком был Визадж. Хотя в Визадже маны на плевок не было, но было мана на замедление. Ладно. Угу. Так. Вот что это только что было, я не знаю. Ну, в общем, пришел экзист, убил лайфстилера. Ну, слишком на слишком маленьком количестве здоровья лайфстилер гулял, конечно, да, он был недалеко от своей вышки, но все же. Никто не застрахован от вот таких вот врывов ДК. Denied. Угу. Да, там вот смотрю, как раз уже общаются по поводу статистики, которая была в Хоне. Люди также соглашаются, что там было неплохо все организовано. Да, там на славу постарались создатели игры. Там вообще все было достаточно прозрачно. И, ну, практически все можно было увидеть, почитать, полистать. В Доте, конечно, это тоже можно сделать. Но в Доте надо немного побольше позаморачиваться. Открываются вот эти Дота-профайлы. Это кнопка назад постоянно. Вот туда-сюда, в меню, из меню нырять. В общем, не очень удобно сделано в Доте, если честно сказать вам.
Ну, конечно, по сравнению с первым Дотаном, второй это просто шикарная тема, я имею в виду в плане функционала. Не сравниваю там графику героев, какие-то изменения в механике и так далее. Именно в плане функционала, естественно, отдельный клиент дает свои плюсы. Так, у нас Инлайт гонится за Эйсом, его тут копают, избивают, Бизар залетает, в табло стреляет. Это минус. Минус для Шторм Спирита. Тут, в свою очередь, забирает Юникорн вышку, и Клокверк пока не в состоянии как-либо противодействовать этой машине, этим двум машинам, если быть точным, и Цемка там тоже рядом. У Цемки, кстати, до сих пор нет тапка, но есть форстав. Это интересная тенденция, что-то я в последнее время часто наблюдаю какие-то непонятные вещи с сапогами, не каждый день их собирают, не все герои. Так, залетает ДК, ну и тут минус Визадж. Да. Гача. Еще один прилетел. Я, кстати, не знаю, почему тут до сих пор не продолжает воевать, потому что Инлайт там не так уж мало, не так уж много было маны. У ДК просто был стан в кулдауне. Вот еще один стан. Колба. Минус Инлайт. Там, правда, залетел клак вверх, но плевать на то, что он залетел. Разве что Рис может отъехать. Так, да, Рис погиб. Курьер. Курьер улетает. Этот бабун на... я не знаю, что это такое. Вообще, как это работает? Кто мне может сказать? Ладно, все, не хочу... опять увлекаться реализмом Dota 2. Орхид. Уже есть Орхид у Сларка. 11 минут. ПТ Орхид. Ну и Орбофеном, естественно. Сейчас умирать будут все. Вот я вам так скажу, потому что... да, у него, если вы обратите внимание, Essence Shift вкачан в единичку. Следовательно, у него максимальный дэмэдж 300 дамаги. 280 дамаги, это два скилла дают. В таком количестве дэмэдж, плюс это все дело под орхидом, плюс кулдауны там на самом деле небольшие, плюс он еще будет цирки нарезать, это все будет очень больно, быстро. Короче, беда. Беда сейчас будет уже у команды Flipside, потому что очень сильный артефакт появился у Сларка. Так, Визаджи тут наплевывают нас потихоньку. Эйс. Что там в центре? А, в центре просто у нас вардцы стоят. И глаза Саурона. Ну и руна на топе для Лайстиллера. Кстати, будет у него сейчас армлет. Я думаю, сейчас заберет тут пару вот этих крипков. И на изичах себе. Просто плюс 40. Да, нормально залетает. Хорошо, регень. Так, у нас там внизу принимают визажа, тем временем... ой, да ладно, а как-то Юникорн не успел за время Орхида никого убить. Сейчас серьезные проблемы могут возникнуть у Сларка. Правда, Сларк хочет кровушки, и он ее получит. Сларк отвратительно здесь сыграл, мог просто спокойно засейвиться и уйти, но решил повоевать. В результате погибает, правда, разменивает он на Шторма, и, возможно, еще также убьют Лайфстиллера. Так что этот размен не такой уж и плохой выходит для Маузов, и они также еще заберут вышку, потому что Визаж уже не в состоянии здесь воевать. Так же, как и Клокер. Клокер сейчас просто откидывает ракетку. Так что крипков лишний раз прокоцать. Но Тауэр в любом случае падает. Он забирает Кристал Мейден. Да-да-да. ДК сразу помигал на крита, мол. Ах ты упырь. Зачем ты это сделал? Я там так старался, ласт хитил. И еще один упырь. Может еще экзист помигать на кого-нибудь. Так, еще кличек подбирал фарм. Нормасик. Ну, доминирует Мауза. Безусловно, доминация налицо. И что у нас тут? Тут у нас армлет, да, появился. Хорошо. А дальше что делать с этим армлетом? Нужен шторм с какими-то артефактами. У шторма артефактов, по сути, нет. Ну, я имею в виду нормальных, собранных. Там уже вангуард у Бристлбека. БКБ уже вот с копейки на копейку, да, будет у... Драгон Найта, Орхид у Сларка, Мека уже готовая у Чена с арканами, между прочим. И ЦМ-ка выходит в БКБ, плюс тапка она уже себе купила. То есть перефарм сейчас идет очень серьезно. Да, перефарм уже 10 тысяч золота. Ситуация один в один, как была в прошлой игре. Как было в игре против команды Сигма. 16 тысяч на 26,5. Ну, 16,5 на 26,5, прошу прощения. И... опять же, у меня просто реально дежавю сейчас какое-то происходит. Очень похоже. Так, ну и чем у нас? Шторм Спирит просто улетает отсюда. Неправильно делает.
Так, и Клокерк. Уже есть 1200. Что это будет? Быстрый Блейдмейл? Или же все-таки дособирает себе какие-то тапки, там форстафы начнет делать. ЦМ-ка вардит просто нереально агрессивно. Посмотрите, какие варды стоят у команды Моуспорт. Вот один вард. Вот второй вард. Вот этот вард вообще бешеный. Какой-то очень-очень сложно предугадать вард в такой локации. Так же, как и ровно вот эти два, которые мы сейчас здесь видим. Но, опять же, это все обусловлено тем, что очень сильно агрессивничает сейчас Мауза. Они себе могут это позволить, вот эти выходы, поджимы. В это время пытаются хоть как-то разменяться сейчас вышками парни из Флипсайд. Улетает Лайстиллер на базу, да, пытались, возможно, поменять даже два таура, но тут уже слишком много дэмэджа, и глиф проюзан команды Рэдиантов. Пошли телепорты, прыгают на Нюкса, Нюкс умирает. Все очень просто, еще и станут ДК, и как же тут легко разбираются сейчас с флипсайдами. Клокер, правда, залетает, Клокер, коги хорошие, но его в этих когах убивают без вариантов. Юникорн, Юникорн очень-очень мертвый, хотел сказать, Нюкс! Нюкс ошибается и погибает. Также Нюкс, второй раз. Трипл килл от Экзиста. Остается здесь Визадж. Есть еще, правда, Лайстиллер, но Лайстиллер прям под фонтаном уже сидит тут. Регенится и... Да, что тут можно еще сказать? Очень-очень, опять же, легкий матч получился для Маузов. Стан в Инлайта. Действительно, как-то все слишком легко заканчивается, я не знаю. Старая игра подряд уже в таком темпе. 16 минут всего прошло, тут уже, по сути, все понятно. Тут уже устраивают посиделки под фонтаном парни из коллектива Mousesports. Ну и тут атака, одна из решающих, возможно, там крапассирует Нюкс. За ним же прыгает Юникорн, еще буквально пару тычек отвесить. И это очередной фраг. Даблкилл для Чена, между прочим. ГГ пишет Шай Слай и... Мы поздравляем Mousesports теперь уже с победой. Ну и у флипсайдов все нереально плохо. Я уже предвкушаю анонс ближайший. Если флипсайд не распадутся, это будет нереальный волевой вообще ход. Я просто по пивасу куплю на лане пацанам, если они доиграют сезон вот с такими результатами. Но, не знаю, мне кажется, что мы все-таки скоро увидим... Возможно, изменения в составе или еще что-то в этом духе. В любом случае, друзья, вот, собственно говоря, и все. Я думаю, мы еще сейчас посмотрим результаты турнира по исходу сегодняшнего дня, да, по окончанию. Ну и мы видим, что Nexty по-прежнему на первом месте. Им в затылок дышат ребята из Альянс. Таким же количеством игр, между прочим, но с чуть меньшим количеством побед. Флипсайд, мы видим где, последнее место, за исключением, естественно, 4FC, которые уже развалились. Кьюпады идут с результатом, который чуть-чуть лучше, чем у Флипсайд, там тоже все у них очень кисло. Ну, дальше видите Терры, Осли Гейминг, тоже идентичные результаты у них. Нави мало еще сыграли, вообще еще много команд мало сыграли, хотя в любом случае большинство их коллективов уже половину сезона откатали так точно, кто и две трети, но... Наверное, не будем пока на этом останавливаться, еще слишком много матчей впереди. Вот, собственно говоря, игры, которые вас ожидают завтра. Next Cupad, Aspera Virtus.pro, вот это, возможно, интересно. Sigma Alliance, мне кажется, этот матч может быть интересным. Там либо в салат, либо супер мясо будет. У меня тут какое-то такое впечатление. Не думаю, что там будет какое-то уныние. Cupad Rocks, ну и... Relax Mousesports. Вот этот матч, я думаю, будут ждать все. Вообще, релаксы уже завоевали презрительских симпатий в этом сезоне. Отличные у них и заготовочки, отличные игры показывают. Ну ладно, на сегодня тогда все. С вами в эфире были Вилат и Каспер. Каспер был чуть попозже. Вилата я прогнал чуть пораньше, да, сразу после... того, как у нас закончились первые матчи и появилось это окошечко. Желаю вам всем всего самого наилучшего, дорогие наши зрители, и до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда — 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара.
Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет Навивера в подарок. Игра Point Blank изменила мир онлайн-шутеров. Более 50 миллионов зарегистрированных игроков со всех континентов. 11 классов вооружения, 150 единиц оружия, 9 боевых режимов и 35 уникальных карт. Регистрация на pointblank.ru абсолютно бесплатна. Просто выбирай оружие по душе и вперед, в бой. Начни свою карьеру киберспортсмена. Стань чемпионом. Впереди большие турниры. Шанс представить свою страну на ежегодном чемпионате мира Point Blank International Championship с призовым фондом более чем 50 тысяч долларов. Мировая слава, денежные трофеи и победы, которые войдут в историю киберспорта. Это Point Blank.